медвежата начали созревать, и вот такие вот первый раз они начали хохлиться. Привет, привет. Начали хохлиться. Раньше до этого ни разу мы не видели, как они хохлятся, а вот сейчас первый раз начали. Начали они вот так вот показывать себя. И что это значит? Смотрите, какой я красивый, говорят. Нет, они между собой это выясняют отношения, кто кого круче. Папа, он вот один из них подошел ко мне и, видимо, со мной отношения начал выяснять, ну, кто круче. Он показывает, какой он красивый. А ты думала, ты ко мне. А черные только у нас вот не хохлились вроде ни разу. Вот. Черных тоже у нас два вот индюка, по-моему. Может даже три. Да красивый, красивый Петр Петрович. Красивый Петр Петрович. Ты ему же имена даешь. А я его один. Вот этого. О, даже уже кукарекать научились. Кукарекать научились, да вы деловые парни-то вообще. Индюки закукарекали на. Как будто. Завтра оставлю тебе. Ой, красивый Петр Петрович. А, я поняла. Какой вот этот Петр Петрович. Да, этот Петр Петрович. А тот Василий Иванович вот ходит. Да, это Василий Иванович. Какой красивый. Одноглазый у нас Михаил Юрьевич Кутузов. Вот это да? Мяс есть хочет. Видишь, какие красавцы. Представляешь, вот этот хотел Ёшу съесть. Да? А меня они тоже подходят. А на меня тоже они подходят и хотят съесть. Да нет, они добрые. Они добрые, но они уже... Я два бога хочет меня поклевать на губы. Меня они не знают, я-то на улице почти не выхожу. Поэтому они меня съедят. Вот они перед тобой и красуются. Ох, здрасте. Здравствуйте. Да что ты? Они меня вот съесть хочет точно. Иди отсюда. Да не надо. Я знаю, что ты сделаешь. Петр Петрович. Деловые такие. Интересные птенчики. Панчики какие, а? Ну прям как настоящие птицы. Папа, я хочу вот этого погладить, а этот меня клюнуть хочет. Ай, ты чух. Ё-моё! Уже ведут себя как взрослые. Индюкам на самом деле всего лишь еще 2 месяца и, ну сколько, сегодня 25-е, да, 2 месяца и 7 дней еще, 67 дней, а они уже вот уже как настоящий уже индюк ведет себя, хотя еще от горшка до вершка-то тут. Ну вообще, удивили парни, удивили, да еще и хвохтать-то как-то кукарекать-то научились. Василий Петрович. А, Василий Петрович. Они там еще были. Ну, молодцы. Хорошо попозировали, да? Рву травы и замешаю им кашу. Вон за мной бегут.
полянка наша крапивная. Как-то аккуратненько зайти надо, чтобы. Так, сейчас. Чтобы не сильно обжалиться. Уже привык достаточно. Вот так вот я крапивку обдираю. Полная ведерочка нарываю. Можно, конечно, нарвать просто пучок, да, отдать им. Я им с комбикормом сделаю, чтобы они приучались. А то когда отдаешь просто пучком, они потом кашу с комбикормом почему-то плохо едят. Ну вот. Наша траворезочка. Кстати, вот эта траворезка была самое первое видео на моем канале. Сейчас мы ее запустим. Все этого достаточно. Вот тут вот надо отбойничек поставить, чтобы все никак не соберемся, чтобы трава попадала туда выброс, в окошко для выброса. Вот сейчас это, вот сейчас эту траву смешаю с отрубями, и наши индюшата будут кушать. Вот добавил крапиву вдробленную пшеницы, отрублей, комбикорма для бролеров, отрубей. И это сейчас слегка смочу водой и замешаю ее. Тихо-тихо, Петя. Сейчас накормлю я вас. Вот так вот слегка водичкой польем это дело. И все это надо очень тщательно перемешать, чтобы у нас отруби были слегка влажные, чтобы им не забивало ихние носы, ноздри ихние, ну и чтобы, соответственно, корм был вкуснее. Вот. Вот такой каждое утро и вечер я делаю кашу нашим индюшатам. Сейчас будем раздавать. Кормушки у меня простенькие. Вот это кушают, это пускай кушают. Сейчас у нас и куры, и индюшата вместе все. Тут немножко осталось, это я им на ночь уже в загоне дам чуть-чуть. Вот такой питательный корм, в принципе, вкусный. Давайте наяривать. Давайте, кушайте. Малявка вот совсем не растет. Бедняга. Совсем маленький. Не знаю, что не растет в одном месте. Ну, может, чуть-чуть маленько добавляет, но по сравнению с этими, так вообще никак не набирает практически. Эти хорошо набирают вещи.